В летний период сотрудники 25-го отдела Госатомтехнадзора провели операцию «Дачник». В ходе операции проверяли СНТ на территории Ленинского района. Задача – выявление нарушений по части несвоевременного вывоза мусора с контейнерных площадок садовых товариществ и ненадлежащий уход за прилегающей территорией. Первым во внимание сотрудников Госатомтехнадзора попала СНТ в деревне Таболово, где был обнаружен ряд подобных нарушений – неокошенная трава и навалы мусора около контейнерной площадки. Федеральным отделом проводятся проверки практически всех садовых товариществ, расположенных на территории Ленинского муниципального района. В прошлом году данное товарищество привлекалось к административной ответственности также за содержание прилегающей территории контейнерной площадки. Ваши дальнейшие действия? Направление уведомления председателю и составление административного дела. Стоит отметить, что штрафы за данные нарушения исчисляются несколькими десятками тысяч рублей, а на устранение недочетов после выдачи предписания дается 2 дня. В рамках операции «Дачник» в этот день были проверены 4 СНТ, 3 из которых были выписаны предписания на устранение нарушений.